Приморье подвели итоги регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года-2024». Победителей в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог-психолог» поздравила заместитель председателя правительства, министр образования региона. Сегодняшнее поколение детей видит в вас и во всем сообществе, которое за вашими спинами педагогическом, они видят ту силу, которая может и поможет им стать на крыло. Вы даете им эти силы, вы даете им уверенность в том, что их знания, их психологическое состояние, оно настолько вами будет им выдано, что каждый из них будет в этом мире успешен. Всего в заочном этапе конкурса участвовали 46 специалистов из 22 муниципалитетов края. В очный прошли 33 конкурсанта. Педагоги-победители представят Приморский край на всероссийских этапах профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.